Привет, ребятишки. Значит, сегодня Алексей Навальный или просто Леха. Вначале хочется Алексею Навальному пожелать скорейшего выздоровления, потому что там какие-то проблемы у него с глазом возникли после того, как какой-то сукин сын ему плеснул в лицо не пойми чем. Навальный насилие никому не применяет. Любое мнение, видение ситуации, решение проблем имеет право на существование. В том числе и мнение Навального. Это нормальная, здоровая политическая конкуренция. Что за беспредел? То есть, если с ним кто-то в чем-то не согласен, значит, воздействуйте на него информационно, делайте опровержения, заявления, я не знаю, ведите дискуссию, а не подсылайте каких-то трусливых паскуд за бутылку пива воздействовать на него физически. Я вот таких пидорасов больше всего ненавижу. То есть человек пытается бороться словом, оппонировать они ему ничем не могут. Поэтому начинают растопыривать свои пальцы гнилые и руки распускать. Хотя на 100% я вот не уверен, что у Навального со здоровьем какие-то проблемы, потому что сейчас никому верить нельзя, а с ним постоянно какие-то странности происходят. Вот, например, он осужденный уголовник, да, но при этом ему уже выдали загранпаспорт. То есть с обычным человеком такое вряд ли может случиться. Или вот в Анапе, когда на него напали казаки, ну, это так преподнесли, что на Навального напали казаки. То есть то по башке-то получил не Навальный, а ведущий канала «Дождь», который был с Навальным. А Навальному просто сказали, ну ты это там не матерись, пока мы твоего друга тут попинаем слегка. Причем там такая куча мала была, когда они на них наехали. Ну получается, тогда была установка не трогать Навального, если в этой толпе он даже ни разу по роже не получил. Какой хрен на него вообще было нападать? То есть только ради того, чтобы сказать, что было нападение, всегда вокруг него происходят какие-то случайности в его пользу. Ну, вот настоящий какой-то баловень судьбы. Репутация у него такая. Навальный, наверное, самый публичный и громкий политик, но не самый значительный, если это слово вообще применимо к этой оппозиции. Критикуем Навального не потому, что я против оппозиции, а потому, что я считаю, что Навальный не имеет никакого отношения к этому слову. Он не оппозиция. Не то, что там Навальный такой плохой, а кто-то хороший. Фильм «Димон». Я посмотрел фильм. Мне, кстати, понравился. Прикольно снято. Ну, так, посмотреть можно разок, поприкалываться, как они живут. Только вот народ, большинство, не считает то, что это они у них украли, у народа. Я уверен, что для большинства Медведев больше герой после этого фильма и пример для подражания. Потому что, ну это ж какой умный человек. Если он так живет, то это ум. Как у нас говорят, если ты такой умный, то что ты такой бедный? То есть про Медведева так сказать нельзя. У него с деньгами все в порядке. Поэтому я уверен, что большинство стали не против Медведева, а хотят быть как он, на его месте. У нас же такая позиция, что у людей. Если ты начальник завода, то ты в принципе с этого завода ничего украсть не можешь. Он твой. А у них под руками вся страна. Они, это ихние. Они могут воровать сами у себя. Оно и так им принадлежит. То есть Навальный, ну, по-моему, он этого не сказал. И если Медведеву понадобится квартира Навального, или там моя, или чья-то еще, он ее также легко заберет и получит. И найдется тысяча причин, почему у этого человека может забрать квартиру. Он там окажется каким-то наркоманом с наркотиками дома, черным копателем, у которого там какие-то ржавые патроны в столе валяются и так далее. Непонятно только, почему Навальный не сказал хотя бы свое мнение. Зачем Медведеву все эти дома? Зачем он их куда-то оформляет, переоформляет? Зачем оформлять какие-то фонды? Я не знаю, прозрачный, непрозрачный, это абсолютно не важно. Кто будет этими проверками заниматься, или если проверит и что-то найдет не так, то кто будет призывать к ответу? Правоохранительная система вся под ними, они ее контролируют, СМИ тоже. А народ, да пошел он в жопу этот народ. Оградимся от него с забора и ФСО охраной, и все нормально будет. То есть не ясно, для чего вот эта вся волокита?
целая индустрия пашет на вот эти бумажки, оформление вот этих вот домов. Зачем они вообще ему нужны в таком количестве? То есть, ну, есть у него возможность такая, иметь в каждом регионе, там, в каждом городе по дому. Так а зачем их иметь-то, если ты такую возможность имеешь? Я же не иду в магазин скупать все конфеты, хотя имею такую возможность. Вот, по-моему, это полный маразм. Вот он в своем фильме говорит о том, что такой же фильм можно было снять про Путина. Почему ты не снял-то тогда про Путина? То есть ты же его воспринимаешь как своего противника, ну вот, в рамках президентских выборов. Так снимал бы про него, что тебе этот Медведев? Ты уволишь потом нахрен этого Медведева, да и все. То есть при этом про Путина он почему-то снимать не стал. Хотя, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает, что примерно было бы то же самое, даже поприкольнее. Вот я просто думаю, может быть, ему по... Но он же не простой человек. По его каким-то каналам стало известно, что Медведев уже как бы является аутсайдером неким. Он уже падающий. После его вот этих вот высказываний, там, денег нет, но вы держитесь. Или как он учителя послал в бизнес, который пожаловал, что у него зарплата маленькая. То есть Медведев, он уже отыгранный такой. Скорее всего, рано или поздно он и так улетит. И наехав на него, ну я не знаю, вот никто особо не заступается за Медведева. То есть... Это очень странно, что Навальный выбрал именно его. Вот такого слабого, загибающегося человечишку. Хотя при этом есть Путин, который весь такой сияющий и красивый. Но его он пальцем не тронул. Путин твой главный противник, а не Медведев. Ты как бы размахнулся сильно, но ударил мимо в очередной раз. Например, 5 лет назад Навальный сказал, ему говорят, вы не боитесь, что вас посадят? Он в ответ отвечает, нет, не боюсь, мы их сами скоро всех пересажаем. Слушай, ну скоро как? Уже 5 лет прошло, не пересажал же ты, даже с места не сдвинулся. Я к Навальному вот никак не относился, пока он не сказал одной ерунды на радио. Ну, я так понимаю, это и есть... Вот в этой фигне смысл его программы, если можно так выразиться. Он в эфире «Эхо Москвы» пообещал неприкосновенность Путину. Как вы относитесь к идее, если я правильно понимаю, Михаила Борисовича Ходорковского о том, чтобы для того, чтобы передача власти прошла бескровно, им нужно просто дать уйти? Кому им? Тем, кого вы подозреваете, что они жулики и воры. Я думаю, что это невозможно, и это потеряет смысл. Что значит уйти? Это значит, они останутся на своих местах. Это одна из причин, почему не случилось демократии в 90-е годы, потому что все те люди, которые совершали преступления даже по действующему Советскому уголовному кодексу, они оказались совершенно безнаказаны. Я считаю, что Путину и его семье должно быть гарантирована неприкосновенность, и это должно быть важным условием транзита власти. Если он готов все-таки отказаться рано или поздно от власти, тогда должна быть гарантирована неприкосновенность и исполнена эта неприкосновенность. Ну, должна ли она распространяться на Сеченых, Ротенбергов и так далее? Ну, конечно, нет. Тогда, а зачем тогда нам вообще что-то менять, если мы хотим оставить этим людям их миллиарды незаконные и оставить на тех местах, где они будут продолжать контролировать экономику? После того, как Навальный обещает Путину неприкосновенность, вся его оппозиционная деятельность и направленность рушится. Она не имеет никакого смысла. Нет смысла даже слушать его дальше, что он скажет. Потому что в корне он уже не прав изначально. То есть, ну вот на «Эхо» тоже такое говорили, что там... И он же сказал, что если Путин сам уйдет, да, и там... Ну, не с ним, а вообще, вот я несколько раз слышал, что кто-то говорил, что если вы будете этой власти угрожать там репрессиями, какими-то расправами, призвать их к ответу, то они испугаются и никогда не уйдут. И вот ведущая при этом очень хорошо сказала, что, слушай, мол, если ты не будешь им угрожать и не будешь им обещать никакой кары, то они тоже никуда не уйдут.
Им похрен. Они не собираются никуда уходить, в любом случае, им наплевать. То есть даже ведущие умнее этих экспертов, которые туда приходят. Хотя ведущие там тоже не умные. У Навального есть такая вообще манера поведения. Он, значит, то под дурачка косит, то ничего не понимает, то, ребята, давайте жить дружно, то какая-то толерантность, вот... Значит, дайте Путину неприкосновенность, если он соизволит сам отказаться от власти. При этом ему Венедиктов там задает вопрос, что может им просто надо дать уйти, он тут же спрашивает, кому им? То есть, кому им? Ты же президент идешь. Кого ты считаешь врагами там, кого ты хочешь заменить, тому им. Вот, он ему говорит, что... тем, кого вы считаете жуликами и ворами. И тут же он поясняет, что да, их надо там Сечина, Ротенберга по закону к ответственности призвать, то есть, но Путина и его семье нужно дать неприкосновенность. И тут же добавляет, а если мы вот этим Ротенбергам не дадим, в смысле тоже их не тронем, то какой смысл нам что-то менять? Слушай, Навальный, какой смысл что-то менять, если ты Путина оставляешь? В покое. Сам Путин до тебя сделал точно так же с Ельциным. А Ельцин точно так же с Горбачевым. Вот Горбачев до сих пор сейчас занимается какой-то общественной деятельностью. Никто его ни к какому ответу не призвал. Ельцина и его команду тоже никто к ответу не призвал. Хотя они до сих пор там где-то часть болтается в Думе. И ты тоже никого к ответу призывать не собираешься. Потому что одного Путина вот так огородить нельзя. Леха, я вот понимаю, что Путин тебе никакую власть не отдаст. Ни о чем с тобой договариваться не будет. Допустим, Путину неприкосновенность, да? И ты становишься президентом, якобы. Но тогда какой смысл тебе-то быть нормальным? Если после тебя, после Навального, придет такой же, какой-то, по твоему мнению, достойный, который также сделает транзит власти, даст тебе неприкосновенность, и все. Зачем тебе тогда какие-то законы соблюдать? Что ты меняешь-то в итоге? Где твоя оппозиция? Точно такая же у тебя позиция. Ничем не отличается от Путина вообще. Почему ты вообще себя оппозицией называешь? В твоем видении у президента нет никакой ответственности. Вообще на нем не лежит. С него никто не может спросить. И не должен спрашивать. Вот ты к этому ведешь. По мнению Навального, быть президентом – это такая идеальная работа. То есть ты получаешь больше всех и имеешь, но при этом у тебя ответственности никакой. Потому что в итоге ты обязан получить неприкосновенность. Тебе ее обязаны дать. Если только ты сам уйдешь. Главное, уйди сам. 17 лет просиди, но уйди сам. Такого, ну, не знаю, такое нет ни в одной профессии. Вот там водитель... на нем ответственность. Грузчик – ответственность. На ком угодно есть ответственность. А на президенте Российской Федерации ответственности нет. То есть и спросить-то с него некому. Ни народ с него не может спросить, ни правоохранительная система. Всех виновных без исключений нужно призвать к ответу. Иначе они всегда так будут у вас воровать. Там кто-то говорит, что если там начать спрашивать с Путина, да, то он вот такой весь властный, будет море крови. А вы вот сами подумайте, что для вас лучше, море крови или 17 лет с Навальным по правилам Путина? Навальный может 17 лет просидеть у власти, делать что угодно, нарушать какие угодно законы, правила, но потом главное, чтобы он сам изъявил желание уйти. Если он успеет сам уйти, даже после 17 лет, значит, он останется неприкосновенным. Какая ответственность может быть на президенте? Что вы, президент это же ребенок. Как вы с него спрашивать-то собрались? Подумаешь, там 17 лет нашалил. Да хрен с ним, дело молодое. Плюнь и забудь. Вов, все нормально будет. Дадим тебе неприкосновенность. Поедешь в Англию в гости к Батуриной, к Лужкову, Януковича туда вам тоже пришлем с неприкосновенностью. Будь там смеяться над ним сидеть. То есть все в порядке с тобой будет. Голым тебя не оставим. Только ключ от сейфа и от кабинета оставь, а сам все, можешь уходить. Все нормально. Не, ну он вот так и сказал. Так, вот потом фонд борьбы с коррупцией называется ваша организация. То есть и...
Почему ты именно так ее назвал? Вы не боретесь с коррупцией, вы ее освещаете. Борьба, когда ты можешь как-то воздействовать. Ты, Навальный, никак не может воздействовать на коррупцию с помощью своих фильмов или каких-то бумаг, которые он там строчит, тем же, про кого он эти фильмы и снимает. Вот этот фонд борьбы с коррупцией занимается вот такой же деятельностью, как на MTV передача «По домам». Вот я не знаю, есть она сейчас или нет, раньше была, где приходят в дом в гости к какому-то там, не знаю, к солисту Aerosmith или к Майклу Джордану, или еще кому-то, у кого гора денег, вот такой шикарный дом или несколько домов, там парк машин, вот это все снимают, говорят ценники, сколько что почем. Тут, то есть у тебя точно так же, только ты влетаешь на квадрокоптере туда и рассказываешь нам, как живут коррупционеры. Ну, я не знаю, называть это борьбой с коррупцией, наверное, это неправильно. После он вот пишет какие-то бумаги, да, там, в генпрокуратуру, еще куда-то заявление, там, с просьбой провести расследование. Ну, опять же, он пишет тому, про кого он снял. Как вот? Он сначала снял про Чайку, что жулик и вор, вообще глава бандитской группировки. Потом он снял про Медведева и написал письмо Чайке. Путин там, я не знаю, там, что с ним сделал. Им наплевать на эти бумаги, которые ты пишешь, они им подотрутся. Они даже читать их не будут. Что ты там понарасследовал про них? Как будто они этого не знали. Борьба с коррупцией – это так средство для вот такой политической популярности. То есть, ну, Навальный же вроде как политикой занимается. Вроде бы как. Не точно это. Так, вот еще. Когда Крым оттяпали? То есть Навальный после того, как забрали Крым, около года не говорил или полугода не говорил вообще ничего про это. Просто ничего, ни одного слова. Вот я помню, как Мальцев у себя в «Плохих новостях» сидел и вот так говорил: «Чё Навальный-то молчит? Чё молчит Навальный? Он же нас соратник. Почему он ничего не говорит?» В итоге прошло вот это полгода, год, Навальный сказал: «Крым вернуть нельзя». Блин. Да его и взять нельзя было, Леха. И для тебя вернуть нельзя, то зачем ты идешь в президенты? То есть это нельзя, там неприкосновенность. Получается, ты вернуть не можешь, а при этом Путина к ответственности за это не призвать, потому что ты выдал ему неприкосновенность. Это очень интересно. У тебя на этой неприкосновенности к Путину рушится вся твоя оппозиционная деятельность и направленность. Ты, получается, и к ответу не даешь призвать, и решить не можешь сам. Ты не готов брать на себя решение нерядовых проблем. И что, готов только по бумажке все делать? Вот в рамках правового поля нельзя вернуть, нет такого закона. Так и забрать тоже нет такого закона. То есть возьми, верни. На бумажке тебе могут только направление написать. А как тебе добиваться, это ты сам должен своей башкой думать, если ты президент. А ты уже говоришь: не-не-не, даже слушать не буду, даже не просите. Все, вернуть нельзя, вопрос с Крымом закрываю. То есть при этом постоянно параллельно обсуждаешь какую-то ерунду, главного не касаясь. Насчет того, что Навальный проект Кремля. Я уверен, что он не проект Кремля. То есть он человек просто лояльный Кремлю. Вот, и я уверен, что это его личная позиция. То есть как, например, какая-то учительница в школе, которая агитирует за Путина, сейчас таких масса, она же не проект Кремля. То есть ее же не Кремль туда поставил. Это просто, вот, не надо недооценивать низость людей, которые хотят подыграть власти, угодить царю в их понимании. Вот такое личное вставим. Значит, вот эта вот рубашка клетчатая Навального. То есть, я не знаю, у тебя там что, скейтборд где-то под столом? Ты зачем оделся-то, как в 16 лет? То есть, тебе же 40 уже. Ты что, нас не уважаешь вот этой рубахой, что ли? Ты же президента идешь. Или одеть рубашку с галстуком, но без пиджака. Да так одеваются только вот
сотовой салоне сотовой связи, кто телефоны продает. То есть ты при этом говоришь, я президентом буду, ты пиджак хотя бы одень. Какой-то беспонтовый абсолютно стиль, или я не знаю, наоборот, это какие-то понты дешевые. То есть ты так хочешь показать, что ты, мол, с молодыми и для молодежи, что вот, вот какой я, как вы, так что ли получается? Это выглядит так же глупо, вот эта клетчатая рубаха, как красный костюм у Пескова. Вот над ним ржало полстраны, что он там в край, как такой спортсмен. Так и ты так же, как он, в этой клетчатой рубашонке сидишь вот так вот с рукавами. Вот эти вот его махи руками. Я, конечно, все понимаю. Вот я разговариваю тоже, рукой махаю, да? У меня тут листы. Но Навальный машет вот так вот руками. Как бы, это, я не знаю, там же есть кто-то, кто ему советует. Ну, мне так кажется, что есть. Он же человек-то не бедный. То есть, почему они тебе не сказали, чтобы ты руки спокойно положил? Это неуверенность в себе. Вот ты нам демонстрируешь свою неуверенность, и я тебя слушаю и понимаю, что ты не веришь даже в то, что ты сам говоришь. По твоим вот этим телодвижениям. Потом любой приговор у Навального — это либо какой-то условный срок, причем достаточно большой, там, я не знаю, 5 лет, сколько ему условно дали, либо до суда там мера пресечения, да, домашний арест, или вообще его не трогать. Вот я не знаю, для сравнения, человек, который упрет в магазине мешок картошки, не получит никакой ни домашний арест. Он, конечно, до суда посидит дома, походит по вызову в полицию, но потом он уедет на 3 года. Это 100%. Если он сопрет в магазине больше, чем на 700 рублей, все. Он может считать, что он уже в тюрьме сидит. Его никто никуда отпускать не собирается. Будь у него хоть какой там адвокат, есть статья. Тут мужик какой-то лез, спер, не спер, я не знаю, но его в этом обвиняют, но при этом не сажают. Какой смысл ты его в этом обвинять, если он все равно не сел? Я не знаю, у нас на вот даже сравнить, кто у нас на домашний арест уезжает. Это люди власти, то есть которые с ней как-то взаимодействуют или вообще ей и являются действующими. Там Васильева, которая расперла пол армии с Сердюковым. Потом Улюкаев тоже взял лимон баксов взятку на домашний арест. И Навальный. Потом брат. Так, брат в тюрьме у него. Ну, я вот не знаю, он почему-то освещает там Медведева, да, с его дачами. А почему он не освещает, как брат-то в тюрьме сидит? Как в этой колонии дела обстоят? Это не важно для него? Там все нормально? Или он так сделал, что там все нормально, и он не беспокоится за него? То есть он вообще в тюрьме, этот брат-то, сидит? А то Васильева тоже в тюрьме сидела, при этом в ГУМе покупки делала. Все здесь непонятно ничего с этим. Потом, какой смысл брата сажать в тюрьму для этой власти, если все равно сам Навальный продолжает снимать свои фильмы? Этот брат вообще имеет отношение-то к какой-то деятельности Навального? Если нет, так нахуй он нужен тогда там? Он что есть, что нет, все равно Навальный снимает свои фильмы. Хотя я считаю, что его фильму никакой угрозы-то никому не несет. Это показал очевидность. То есть я не знаю, что до этого все думали, что Медведев где живет? Пятиэтажки, что ли? Хрущевки, которые сносить будут? Вы так, что ли, думали, идиоты? И когда вы узнали, что это не так, 12 тысяч выкатилось на митинг. Блин, если это на самом деле так, то это очень плохо. Это все, можно сказать, это конец. Если они до этого не думали об этом, то это у нас люди полные кретины. Если они удивились после просмотра фильма. Я вот недавно даже с одним мужиком вез его в машине, он: о, Медведев такой негодяй, а уходить-то не хочет. Мне прямо хотелось сказать: слышь, ты что, вчера узнал, что ли, что он негодяй? Да он 17 лет тут уже сидит, доброе утро. Что, только что проснулся? 17 лет они здесь сидят,
Вдруг показали пару каких-то домов для уток, негодяем стал. А до этого был хорошим. Фотки на iPhone делал и выкладывал, да? Ничего плохого никому не делал. Вы его таким, что ли, воспринимали? Ну, блядь, вы... Так, основная цель политики, вот из Википедии, установление господства государства в мире, а не ваше благополучие. Не благополучие народа, как у нас некоторые думают, что вот эти политики, они вас представляют из-за вас. Да им они срать на вас хотели. В том числе и эта оппозиция. Любая партия борется за власть, а не за народ. То есть, но при этом борется с помощью народа. Вот это надо понимать. С помощью нас. Вот как, например, перед выборами Камикадзе агитировал голосовать за КПРФ. Мотивируя это тем, что якобы у них там в Думе идет грызня, и если КПРФ уравнять вот, по количеству в Думе КПРФ будет на равных с Единой Россией, то они будут друг с другом бороться. Слушай, конечно, они будут бороться, только не за тебя они будут бороться. Причем тут ты-то? Ну будут они бороться, и что? Легче тебе от того, что фамилия Путин сменилась бы на фамилию Зюганов. Это один режим. Кто не в рамках этого режима, их там нет. Тебе есть какая-то разница, что они, режим будет бороться там между собой? Нет, наплевать на это. Ну, побоится там. У них вся борьба сводится к тому, кто на рычагах сядет. Все. А не к тому, что кто что-то поменяет. Там нет такой задачи, каких-то изменений. У них все в порядке. Им не надо ничего менять, наоборот, им нужно удержать так, как есть. При этом они между собой... Ну, я не думаю, что очень сильно, но так, по-доброму, наверное, конкурируют, кто там будет главным, а кто будет не главным. Политик работает под государство, потому что он сам является государственным человеком. То есть будет у государства все хорошо, у него личные интересы, его достигаются при этом. Не будет, не достигаются. Здесь нет никакого народа в этой цепочке. Это так, для отмазки это говорят. Народ. Холопам вот этим никакой пользы не будет. У политиков, у них принято обещать то, в чем ты даже не уверен и не можешь знать. Вот он еще не стал президентом, а уже обещает. Я сделаю так. С чего ты взял, что это у тебя получится? Что будет у тебя такая возможность? То есть, и это все они так делают, не только Навальный. Говорят, что вот политика – дело грязное. Вот основная грязь – пообещать то, что ты еще не знаешь. Но ты уже пообещал. И тебе уже кто-то поверил даже. Большинство. Но если проголосовали, значит поверили. Для порядочного человека слово «политик» – это в принципе оскорбление. Обещая, ты берешь на себя ответственность. А Навальный, как мы видим, ответственность не любит. На себя брать. Он даже на Путина ее не возлагает. Президентом быть хочешь, а ответственность на себя брать, наоборот, не хочешь. Так получается. Элемент доверия – это вакуум для обмана всегда. То есть там, где есть, кто-то говорит, доверяй там, дайте, вот он говорит, дайте мне власть, да? То есть Навальный говорит народу, дайте мне власть. И я вам сделаю то. То есть здесь есть элемент доверия в его вот этой вот системе. Это всегда вот такое место для жульничества. То есть в бизнесе, например, на доверии ничего не делают. Нет бумажки, нет договора, все, ничего не должен. Здесь я так понимаю, что между политиком, неважно, там, президентом бывшим, депутатом, мэром Москвы, кем угодно, даже не предполагается никакого договора подписывать. Но нет же этого. То есть вы мне верьте, а я сделаю. А потом он становится и говорит, а нахрен мне что-то делать-то? Кто с меня спросит-то? Я сам только. То есть все на доверии. Понятно, что вера для большинства людей – это главное. Если человек... не верят ни во что, да, то ему как бы, ну, я имею в виду большинство, не у всех так, вот у меня не так, например, совсем. И если у него нет веры, то у него теряется смысл в жизни, ему становится очень тяжело жить. И вот этим
вот эти все политики, абсолютно все пользуются. То есть они это знают, что человеку нужно подарить будущее, подарить веру. Это вера, это вот как опора для людей, от нее они танцуют. То есть во что ты веришь, то тебе и помогает жить дальше. Дальше, даже если ты ничего не имеешь, голодранец, бедный, но если у тебя есть вера, то все нормально. Доверяли Горбачеву, реформатору, Ельцину после этого доверяли, потом Путину стали доверять, после этого Медведеву доверяли, а после Медведева опять стали доверять Путину. То есть сколько раз не обманывай людей, они все равно ищут, продолжают искать того, кому доверять. И остается только подойти и сказать: это вот я, мне можно доверять. Потому что те, кто были до, это они жулики и воры. А вот этот-то ему можешь доверять, он же не, он новый. Наш народ на ошибках не учится и зла не помнит. То есть получается, каждый последующий ему верят вот без оглядки. Какую бы ахинею он ни нес, он хороший, а плохие все остались сзади, до него. И потом, если начать обвинять в чем-то человека, ну, любой скажет вот так: а ты же не знаешь, что он плохой? Откуда ты знаешь, что он плохой? Вдруг он хороший? То есть речь даже не идет о каком-то критичном взгляде, критичной оценке ситуации. Так и массы так совершенно не думают. Они живут какой-то надеждой постоянно на лучшее. Когда она у вас закончится-то? Большинство как будто не знает, что жулики всегда действуют по такой схеме. То есть сначала вам нужно втереться в доверие. А как втереться в доверие? Сказать то, что вы хотите слышать, как минимум. Или даже сделать. То есть можно сделать человеку там 10 каких-то мелких дел. Все, после этого он доверяет, и потом его один раз наебать так по-крупному, что все эти 10 мелких дел не имеют никакого уже значения. То есть забрать у него в 10 раз больше, чем ты ему дал. Почему-то на политиков вот у нас люди совершенно не примеряют это. Они понимают, что подари человеку веру, и ты станешь для него богом. Он тебя самым сделает. Вот как с Путиным случилось. То есть он же бог для большинства. Потому что он им какую-то надежду дарит, парит в телевизоре мозги, обещания дает, при этом сидит на рычагах и имеет такую возможность выполнить эти обещания. Но делать он этого не будет. Но большинство от него все равно это ждет. Нормальный, адекватный человек изначально политика должен воспринимать как человека, который тебя хочет обмануть. И никак иначе. Потому что для обмана у него есть все возможности. Либо ты его проконтролируешь, и он тебя не обманет, что сейчас в нашей стране невозможно. Либо ты его не проконтролируешь, отдашь ему свою жизнь в его руки и будешь жить, как мы сейчас. У народа, да, вот вообще это на этом бзик. То есть найти человека, который... умный и который за тебя все решит и все знает. Это вот такая игра в детство. Я-то считаю, что взрослых их нет вообще. То есть любой человек остается ребенком, в принципе. И вот это доказывает. Вот как в детстве родители говорят, что надо делать, слушаешься их, и все получается, да? Вот у нас большинство людей в любом возрасте хотят так же. Чтобы президент им сказал, как сделать, или там, неважно кто, начальник на работе, они сделали, и все получилось. Да так не бывает. То есть, потому что любой на месте, кого вы возомнили для себя авторитетом, он всегда будет вас обманывать, потому что он знает, что вы ему верите. То есть, верить никому абсолютно нельзя, и никаких авторитетов быть не может. Вот даже там, я такое у Мальцева на канале наблюдал, что вот кто его давно смотрит, они настолько убеждены, что его слово – это по-любому правда, что даже когда он болтает полную ахинею, они все равно бьются за эту ахинею. То есть им поперек слова не скажи. То есть они уже не контролируют. Они просто вот так вот: да ладно, ну это Шмальцев, ну говорит, значит, правильно вот так. И вот у нас со всеми так.
кругом такие крайности, что если человеку верят, то верят всему, что он говорит. Абсолютно. По принципу тупых. На первом месте кто говорит, на втором как говорит, и только на третьем что говорит. То есть вы живите своим умом. Не ждите, что вам кто-то скажет и сделает правду. Думайте своей башкой. А не перекладывайте ответственность на кого-то, и потом, чтобы потом ныть и говорить, что вас обманули. Вы сами обманываетесь. И ищите только этого, кто бы вас обманул в очередной раз. Недавно вез одну преподавателя с института, и она мне сама стала говорить, вот сейчас все студенты за Навального, что в институте даже уже там за бошку схватились, чтобы наказывать за выход на митинги. Ну, если там тебя менты зацепили на митинги, то потом тебя из института могут вышвырнуть за это. То есть, если не зацепили, тогда как бы все нормально. И она сама такое сказала, что очень практически все студенты за Навального. Я ей говорю, а почему они за Навального-то? Они говорят, а потому что вот 17 лет жулики и воры сидят, а Навальный хороший, и он борется с коррупцией. Он борется. Путину нельзя верить, а Навальному можно. То есть никому нельзя верить, даже вот на нашем примере, даже мне. Вот я вам рассказываю, да, а я могу и ошибаться. То есть пускай даже если я сегодня, по вашему мнению, сказал вам правду, да, как есть, вы все равно должны каждый раз, когда вы кого-то слушаете, самостоятельно его анализировать. Потому что я сегодня, завтра, послезавтра сказал правду, а потом ошибусь. Я же обычный, нормальный человек. То есть я могу ошибаться, могу что-то не знать, могу что-то там где-то не услышать. Но у нас вот так люди, то есть выбрать себе авторитета и все, и отгонять от него всех. Вот как это Мальцева, не дай бог, не трогайте Мальцева. Он, если он говорит, значит это истина. Но это бредятина полная, то есть опять не наш народ, не люди не готовы мыслить критично. Это просто катастрофа. Пока они не начнут критично оценивать, а не делать кумира из тех, кого они решили этим кумиром сделать для себя, ничего к лучшему здесь не поменяется. Всегда нужно оценивать с позиции критики, что он не прав, что он врет, что он обещает и не выполнит. Только так можно чего-то добиться хорошего. То есть, потому что у нас принято найти какого-то вот ума, который тебе все расскажет, все покажет, лучше тебя знает, и тебе самому не надо будет думать своей головой. Он тебе скажет, как надо делать. Вот такое у нас общество. И вот такие люди – это настоящая находка для жуликов. Вы никогда не найдете вот этого умного, который вам расскажет, как сделать. Потому что умный, ну, во-первых, их мало. А во-вторых, умному ему на общество-то наплевать. Он и не полезет никогда, умный, ни в президенты, ни в эту политику, ему это нахрен не надо. Зато с большой долей вероятности вы найдете жулика, которому нужны вот такие люди, которые доверяют. То есть и после того, как вы ему будете доверять, то он может с вами сделать что угодно. И еще, вы еще и спасибо будете ему говорить. Ну, да, там, вот как с Путиным, объясните, что это там какие-то временные трудности, а так-то он добра нам всем желает. У нас вот все политики очень любят констатировать факты. То есть это работа журналистов, я не знаю, там блогеров, но не ваша. Чего вы нам рассказываете, как у нас все хреново, и без вас это расскажу. Зачем вам тогда туда идти? То есть сплошная констатация фактов. Или какие-то исторические вот такие вот репортажи. То есть у нас политик — это кто угодно, историк, который нам про историю рассказывает с экрана, то есть журналист, который констатирует факты, то в реальной жизни будет что-то делать, непонятно. И обязательно религия. Вот религия прямо для меня вот в мне кажется, что вот в политике религии вообще не должно быть. Но у нас это везде и повсюду, и у каждого, и у Навального тоже. Вот он сидит, дает интервью и говорит, у меня пост был. Да насрать на твой пост, слушай, был он у тебя, был и заткнись.
Не надо нам, зачем ты нам про это рассказываешь? Вот я тебя слушаю, и ты мне уже этим не нравишься. Что у тебя пост? Для чего? Ты что, верующий, что ли? Ты вот хоть 10 заповедей-то помнишь? Вот как мы проводили соцопрос, да, все верующие, и никто не помнит 10 заповедей. Да чему вы верите-то, верующие? Во что вы верите? В случай? И ему в ответ говорят: вы что, воцерковленный человек? Да ты что, смеешься, что ли? Ты посмотри на него. Какой он воцерковленный, о чем ты говоришь? Это сейчас модно, вот он и воцерковленный. Завтра будет модно, я не знаю, клетчатую рубашку, он ее одел. Потому что это модно. Воцерковленный. Завтра скажут, что пост не модно, он скажет: о, все, пост не модно, молодежь как бы не поддерживает, в задницу этот пост. Нафиг он мне нужен. Навальный там спарринг-партнер для Путина, да, вот такое сейчас еще любят болтать. Это обычно говорят на эхо Москвы, вот это городят, ну, такие либералы, точнее, те, кого называют либералами. Вот нужно быть повнимательнее, потому что у нас сейчас очень любят передергивать. Называть либералами тех, кто ими и не является вовсе. И не только либералами, а там националистами, я не знаю, коммунистами. Вот это такая же ботва, как вот, например, то, что Путин у нас изначально коммунист. Он сам сказал, что его родину любить научили в ГБУхе, в Евоной. То есть он коммунист изначально, потом он как-то стал демократом вдруг. Потом после этого он стал либералом. Потом он после этого стал националистом. И теперь он вообще любит животных и путешествовать. Человек никакого отношения не имеет к этому слову, но его почему-то называют этим словом. Вот, например, там, мы же все православные, да? При этом у нас этот православный ОМОН может тебя отмудохать на демонстрации, даже не спросив, какой ты там православный, не православный. То есть спарринг-партнер, ну вот... Я не понимаю, как Навальный может быть спарринг-партнером Путину. Вот кто-нибудь вообще знает, что такое спарринг-партнер? Это человек, который помогает тебе тренироваться. А нам это преподносят, слово спарринг-партнер, вот на эхо я когда слышу, они пытаются сказать то, что Навальный это такой вот, как... человек, который вот Путину поможет выиграть выборы тем, что он его заведомо слабее. Ну так это не спарринг-партнер. Это, я не знаю, подставной противник, можно как угодно сказать, или игрок, который сдает игру. Это не спарринг-партнер. Спарринг-партнер – это человек, который помогает тренироваться. Вот, например, там у Майка Тайсона спарринг-партнеры, они ему помогают готовиться к бою. Причем тут Навальный и Путин? Что Навальный готовит к выборам Путина? То есть несут даже вот в словах полную бредятину. Он не может быть его спарринг-партнером. Вы перепутали просто слова. Если вы считаете, что Навальный это тот, кто сдаст выборы для того, чтобы Путин выиграл, вы так это и говорите. Не надо его спарринг-партнером называть. Что за бред? Но многие говорят, что там против Навального нету никаких фактов, что там его нельзя поймать с голой бабой, потому что он с женой живет. С бабой, может, и нельзя поймать, а с мужиком можно. Это говорил, он что, лично с ним в каких-то связях состоит? Почему он так заявляет? Навального нельзя поймать с бабой. Да лучше бы его с бабой можно было поймать. Нельзя его поймать нюхающим кокаин, потому что он якобы не такой. Нельзя его поймать на воровстве с... Слушай, вот я не знаю, тот, кто это говорит, это идиот просто клинический. Ты что думаешь, он жене, что ли, своей не изменяет? Я вообще сомневаюсь, что он с ней живет. Потом, ну, я не знаю, делать такие заявления, это просто полная чушь. Как ты про какого-то мужика можешь, не зная его лично, сказать: я не поймаю его с бабой? Да его жена про него так сказать даже не может. Чего он тебе, святой, что ли? Что ты его с бабой поймать не можешь? Вот опять идеализирует. Вот Навальный
замахнулся на Медведева, значит, он и делал. Значит, его с бабой поймать нельзя. И кокаин он не нюхает. Ты так думаешь? А я думаю, нюхает. У нас сейчас все, у кого бабки есть, нюхают. Это ж удобно. Потому что, понюхав, ты можешь в машине ездить за рулем. И ни один мент тебя не будет дербанить. Хотя, я уверен, для Навального гаишники не проблема. Он вот тоже заявил. Я штрафов не даю. Навальный вот так прямо сказал. Ну, что ты вот пиздишь-то, хочется сказать. Как ты не даешь? Что ты врешь-то? Сейчас вот даже по новым правилам дорожного движения два раза ты проехал на запрещающий сигнал светофора, а запрещающим сигналом является даже желтый и не горящая стрелка. Все, у тебя права заберут. Тебе это надо? Это правило сделано специально для того, чтобы из людей, чтобы они не ходили в кассу, а сразу менту эту пятихатку отстегивали. Тебе же лучше дать пятихатку, и нет нарушения. Если нет первого нарушения, все, значит, на второе у тебя не заберут эти права. Или ты оформишь через Сберкассу, как Навальный такой принципиальный, и когда второй раз ты проскочишь на желтый, а я уверен, в Москве он на желтый проскакивает на каждой перекрестке, 100 раз на день, то у тебя мент по закону права заберет. То есть, я не знаю, это вот просто для лохов разговор, что нельзя поймать на воровстве. Навальный занимается бизнесом. В России нет законных бизнесов. То есть, что значит нельзя поймать на воровстве? Если прошерстить его эти бизнесы, наверное, можно его на чем-то-то поймать, раз он занимался ими. То есть, ну, видимо, не стоит такой задачи его на чем-то ловить. Опять-таки, потому что он человек лояльный этой власти. Вот многие говорят, что там, как аргумент, что Навального Запад спонсирует, еще там кто-то. На самом деле это абсолютно не важно, кто его спонсирует. То есть, вот, например, Невзорова спонсировал Березовский. При этом это ему не помешало снять фильм про Чечню такой, который Березовскому-то не понравился и был невыгоден. То есть, фильм Невзорова кардинально изменил мнение общества о войне. Естественно, Березовскому, для которого чеченская война – это мать родна, это было невыгодно. Однако деньги – это были его. Оппозицией можно называть тех, кто пропагандирует принципиально другие взаимоотношения между властью и народом. Они такие, как сейчас. А Навальный так не считает. Он вот просто хочет занять место Путина и считает, что он лучше справится, чем Путин, сидя на этом месте. Алексей, да нам вообще не нужно, чтобы это место было, на котором сейчас Путин сидит, а не то, чтобы ты на нем сидел или кто-то там другой. Сейчас это вообще норма взаимоотношений между народом и властью. Никто не собирается ни за что отвечать. Вот народ приходит там на митинги, на демонстрации, спросить, узнать хотя бы о какой-то проделанной работе. А как бы реакция такая, что да пошли вы, холопы, что еще оправдываться перед вами, что мы тут правильно, неправильно сделали, там, менты, разберитесь с ними, нехрен им сюда ходить без разрешения, пускай дома сидят или предупреждают нас за пару недель, что они придут. Говорят, что мы вот в 20 веке остались из-за Путина, что он нам не дал 21 век, да это даже не 20 век, это какое-то средневековье. И ты пасть даже свою открыть не имеешь права. На народом выбранных людей. Сейчас вот начинается, вот на чем Навальный играет, появляется каста людей, которые в ужасе и за то, что Путин тут наворотил за 17 лет, и они готовы пятки лизать и на колени упасть перед кем угодно. Лишь бы он заменил Путина. То есть, я объясняю это тем, что лучше какое-то движение, чем вот этот застой. Да, конечно, лучше движение. Только у нас уже, я не знаю, 30 лет или 100 лет меняют шило на мыло. Одни жулики меняют других. Нужно этот подход менять, а не менять этих жуликов. Отношения между народом и властью по-прежнему как при царе. Даже сам этот Навальный уже как царь решает, что Путину надо дать неприкосновенность. Я сказал, да пошел ты в задницу с этой неприкосновенностью. Ты даже права не имеешь законного такие неприкосновенности раздавать. Это не ты должен решать,
Даже если ты президентом будешь, что ты на себя уже возложил? Кто-то скажет, что мы вот наезжая на Навального и критикуя оппозицию здесь, тем самым помогаем Путину и его режиму. Да нифига, эту оппозицию большинство никто знать не знает, даже про нее не слышал. А потом она нифига не оппозиция. То есть позиция та же. Одни жулики меняют других. Я не знаю, если неким нормальным заменить, так тогда и менять вообще не надо. Пускай это место будет пустое. Вот, у нас постоянно какая-то спешка. Вот этот плохой, согласен. Надо поставить какого-то хорошего. Но хорошего нет, но есть вот эти, поэтому надо ставить вот этих. А то никого не будет. Найдите нам холопам и халуям какого-то царя поскорей, а то у нас у самих вместо башки с задницей, и мы без него пропадем. А своим умом нам думать влом. Нам нужен царь, который нами будет командовать. Вообще, если в целом сказать про вот этих вот оппозиционных политиков, которые при этом зарабатывают деньги, являясь какими-то бизнесменами, как они сами говорят, лучший пример привести на Потапенко. Вот он бизнесмен известный, у него бизнес, как и... Ну вот он сам про это говорит, что у него как и в России, так и не в России есть бизнес. При этом он якобы оппозиционно настроен. Он очень любит вот как-то ругать там власть по-всякому, Путина или не Путина, а того, кто рядом с Путиным. Но суть-то в чем, что если ты бизнесмен, то ты так или иначе в России взаимодействуешь со властью. То есть у нас у любого бизнеса, а у них даже не малый бизнес, коррупционная составляющая, то есть он с ними взаимодействует. При этом он их же и ругает. То есть я вот не знаю, как партнеры Потапенко, как они его вообще воспринимают. То есть получается, он днем занимается бизнесом, нарушает все законы, которые только можно. Он сам про это говорил, что по закону здесь нельзя. А потом вечером идет на эхо или куда-то, и там пидорасит власть. Как же он это... Я не знаю, ты либо не воруй с ними в связке, либо тогда их не пидорась, если ты порядочный человек. Не знаю, мне кажется, его... партнеры по бизнесу, они его каким-то клоуном считают. И причем всегда вот такие люди, да, оппозиционные политики от бизнеса, если можно так сказать, они всегда не договаривают. То есть они всегда вот вокруг да около. Иначе им, ну, не хотят они допиливать вот этот сук, на котором они сидят. Так. Вот эти их бизнесы, это всегда способ воздействия на них. То есть, если человек занимается бизнесом и при этом прет в политику в качестве оппозиционера, то он всегда будет обречен, что через этот бизнес на него будут воздействовать. А личные деньги, они всегда важнее каких-то политических амбиций, это ерунда. Вот когда ему жрать будет нечего, тогда он и задумывается. Получается, что у него всегда... такое сравнение. Либо я власть буду ругать, либо я дохода лишусь. Ну, наверное, доходы важнее. Как для любого нормального человека они важнее. Как можно таким людям верить вообще? На их месте, вот есть у вас деньги, не знаю, как-то вы их здесь зарабатываете, получаете, да не лезьте вы вообще в эту политику. У вас элементарный комфорт обеспечен. Кому, вот куда вы лезете с этими разговорами в пользу бедных? Вот я, говоря про политику, да, сейчас вот в данный момент говорю про себя. А вы про кого говорите? Вся вот эта болтовня про возрождение Руси, там наведение порядка, беспокоимся за будущее наших детей. Вот не знаю, я не верю ни одному слову людям, которые так говорят. Это ахинея полная. Насрать вам на весь порядок и будущее каких-то детей. У вас и так там с детьми все в порядке. У вас основной инстинкт доминировать. Кто прется в политику, это чисто обезьяний инстинкт. Вот у человека три основных инстинкта: трахаться, жрать и доминировать.
То есть политика – это и есть доминация над обществом. По сути, политик – это такая натуральная обезьяна на инстинктах. И оппозиционный политик – это не исключение. Так, вот там на эхо Панасенков, или Панасенков, не знаю как, тоже Навального, то есть там обложил, что он там неграмотный, идиот и все такое, и тут же добавил, что его можно использовать в качестве орудия, чтобы вот этот режим скинуть. То есть, но потом он, Навальный, он как бы и не нужен, я не знаю, но если вы его используете в качестве орудия и дадите, так, наверное, потом он не уйдет? Или вы потом будете с ним бороться, кого-то в качестве орудия, чтобы его убрать, придется находить? Говорят они, вот эти оппозиционеры, что всем надо объединяться, там Мальцев тоже чуть ли не 100 раз в день объединяться. Ну вот, а как вы будете объединяться, как могут объединиться люди, у которых разные цели? Ну вот он бы сказал, что цель там одна, убрать Путина, да, ну а потом-то у вас разные цели. Совершенно. То есть получается, что вы его, если даже, предположим, вы объединитесь все и его уберете, то в итоге-то кого-то в задницу потом придется послать, потому что он с своим мировоззрением или рылом там не вышел, взглядами своими. То есть вы потом друг с другом воевать будете или как? То есть, допустим, победили все, но кто-то должен уйти нахер. Кто? Вот как вы это потом решать будете? Это, ну это даже как непорядочно. Если тебе люди помогли какую-то победу, добиться какого-то результата, то потом сказать, что у вас тут неправильные взгляды, и вы должны в задницу пойти. Вот с этим объединением не ясно нифига, потому что у нас... Все оппозиции смотрят совершенно в разную сторону. Я не знаю, получается, что вы изначально, объединяясь, хотите друг друга обмануть? То есть вам это объединение нужно только до того момента, пока вы не скинули Путина? Получается, что никаких принципов у вас нет. То есть к врагам это одно дело, но... Что у вас к соратникам-то тоже никаких принципов нет, да? Странно с вами всеми объединяться. Как вам верить-то? Из комментариев в нашем канале я вот... По поводу призвать к ответу Путина. Вот в других странах судят, но реально наказаний никто еще не получил. Это вот люди, которые со мной спорили по поводу, там, должен... Навальный хороший или плохой. Ну вот пускай мы будем первой демократической страной, где призвали к ответу. Почему у нас постоянно как кто-то? Вот у них так, а у нас нормально будет. Мало ли, что там где-то не получил. Это не значит, что у нас получить не должен. Крым вернуть можно, но зачем? Теперь уже нерационально будет его возвращать. Возвращать за тем, чтобы говно за Путиным разгрести. Тот, кто придет президентом, если это вообще... Ну, мне-то в это с трудом верится. Ну, вот, допустим, это вот порядочный человек, он обязан это сделать. Обязан дерьмо за ним прибрать. Вот мне кажется, что Навальный этого не понимает. Что придя президентом, ему придется разгребать вот это говно. А он этого не хочет. Он уже сейчас вот дает это понять. Придется и вернуть, еще и денег заплатить. Скорее всего, за эту выходку. Тогда только, может быть, наладится отношение. Может быть, и то вряд ли, потому что вот этих трупов на Донбассе их не вернет никто. Так, дальше. Навальный – хороший переходный вариант. Слушай, у нас вот с 1985 года одни переходные варианты. Может, уже пора перейти, а не переходный вариант искать. Опыт. Опыт вот... Что будущий президент обязан быть с опытом. Да он не с опытом обязан быть, а человеком нормальным быть. Залог любого правильного управления – это честность, а не какой-то опыт. Какая разница, какой у тебя опыт-то был, если ты жулик? У нас и Путин также говорит, вот в пользу Медведева, например, что
если рассматривать Медведева как кандидата на выборы, то он выгоден тем, что у него есть опыт. То есть, по его мнению, получается, что президентом может быть только тот, у кого есть опыт президента. Это что такое? Так это никогда не кончится. То есть, если человек без опыта президента не может быть президентом, ну, значит, вы пожизненно там будете сидеть, с друг другом меняться? Что толку от этого опыта работы, если ты в процессе этой работы все просрал? Вот как на примере Путина. Да будь сколько угодно у тебя лет опыта. Надо смотреть не потому, сколько ты лет этого опыта, а по результату твоей работы. Вот у тебя там, например, опыт работы закручивать гайки. Ты там 10 лет крутил гайку и так ее и не докрутил. Вот у нас у президента вот такой опыт работы. И у Медведева такой же. Вот я вам советую почитать в Википедии, что про него написано. Он очень странный такой парень. У него куча каких-то бизнесов и примерно все по году. То есть что-то там вокруг Аэрофлота он вертелся. Ну, он же юрист по образованию, но вот... Все бизнесы там закрылись, прогорели. То есть возникает вопрос, а где он эти деньги-то брал? То есть их не отбивал даже. То есть для него это не проблема. Ну вот, допустим, как бы его заработок — это как какой-то бизнес, который он ведет. Хотя какой, неясно тоже. То есть я сомневаюсь, что он существует на ролике от Ютуба и на его... на доходах от Ютуба, потому что он не отбил доход-то. Он сказал, что он 500 000 рублей потратил на этот фильм, при этом посмотрело 18 миллионов просмотров. Я вот не знаю, кто знает, что на Ютубе доход — это 1000 просмотров, $1. Но лучше эту сумму делить на 2. Может даже, ну пускай на 2, потому что рекламу не каждый смотрит. Допустим, что каждый второй смотрит всю рекламу, хотя иногда это реже. Получается, у Навального 18 тысяч просмотров. Если вы посчитаете, то это примерный доход где-то 550 тысяч рублей он получил чистыми. При этом он говорит, что этот фильм стоил 500 тысяч, 500 000 рублей. То есть его доход где-то полтинник. Ну, я не знаю, там же кому-то надо платить, кто-то же с ним еще работал. Способ дохода для Навального, ну, это бред собачий, это никакой не способ дохода. Я уверен, что зарабатывает он не этим. Потом, если прочитать, что написано в Википедии, да, про него, и не видеть фотографию, про кого это написано, то можно подумать, что это какой-то рядовой член «Единой России». Вот у них обычно так. Один бизнес за одним, все просрал, то есть все закрылось, там что-то, бац, стал депутатом. Вот это классика такая. То есть у Навального примерно биография такая же, но при этом он оппозиционер. Ну, он себя называет таким. Вы можете посмотреть, там есть его фото, где он с женой. Вот когда видишь это фото, то он очень похож на... Вот кто смотрел... Фильм называется «Семейка Джонсов» 2009 года. Там этот мужик из секретных материалов, Дэвид Духовный, Деми Мур. Вот это Навальный производит впечатление такой красивой картинки, но при этом за ним такая пустота. Не производит впечатление человека, который верит в то, что он говорит. Он на самом деле-то на Путина очень похож. Вот какой-то ненастоящий. То есть вот как на Путина работает целый... аппарат, на его стиль, имидж, престиж. То есть этим занимается вот масса людей. Также и с Навальным тоже такое впечатление, что какой-то образ ему дали оппозиционера. То есть он пытается ему соответствовать, но на самом деле каждый раз, когда что-то спрашивают, он такой делает такую кривую физиономию и начинает под дурачка косить. При этом уходя от ответов, уклоняясь от каких-то серьезных тем, вот и Навальный почему-то ничего не говорит про Чечню. Вот я не знаю, если кто-то слышал, то напишите. Он и дальше собирается с ней так мирно расплачиваться. Сколько лет это будет длиться? Чечня — это
один из самых сложных вопросов. Это вот на уровне с Крымом. Может, Чечня – это не дело Навального? Вот как Захарова сказала, когда у нее спросили про Чечню, она говорит, это не мой вопрос, это не моя тема. То есть, наверное, и в случае с Навальным тоже это не его тема, а его тема – это развлечение по домам. То есть он такой, как entertainment-man, ну, только в рамках политики. Как они живут, там, какие у них доходы. Это такая развлекаловка. Он же почему-то не рассказывает о том, где они хранят эти деньги, как эти деньги работают, как эти деньги работают на экономику других стран. Почему-то он вот этого не рассказывает. То есть, ну украл-то украл. Да кого он украл-то? Он не дом купил. Это самая верхушка айсберга. Вот эти дома. Это ерунда. Он... Не договорил, как бы, не дожал даже того же Медведева. Ну, я вот уверен, что у Медведева же не цель жизни дома купить. Вот его жизни сейчас. У него же какая-то другая цель. Он же какими-то другими вопросами занимается, а не просто тапки в интернете покупает. Они свои деньги вкладывают в экономику Запада. Это только здесь для лохов, как бы, рассказывают, что... Нам Америка какой-то враг, и мы с ней боремся. Хотя думать про то, что Америка какой-то наш конкурент, или мы в состоянии с ней бороться, это бредятина полная. Здесь разница в 40 раз. Это несопоставимые вещи. Подумать об этом может только идиот, что мы способны на какую-то борьбу с ней. Путин-то всегда... Америку, Европу называют наши партнеры. Это его партнеры. Это для ваты это какие-то враги, с которыми борются. И для Запада также есть Путин, партнер. Ну, раньше он был какой-то более угодный, наверное. Сейчас менее угодный, потому что он их не особо слушается. Но вот есть отдельно партнер Путин. И отдельно от него есть какая-то Россия, такая серая, противная, загибающаяся. То есть это для Запада это две разные вещи. Вот почему-то Навальный этого не донес. При этом он, ну вот не знаю, я вижу, как он на митинг выходит и начинает орать «Путин вор» и хором «Повторяйте за мной». Вот они это скандируют до бесконечности. У него вообще вот на митинге у него какое-то странное истеричное состояние. Так он на вид вроде спокойный, там он как придурка какого-то превращается, вообще контуженного. То есть я даже посмотрел вот эти вот оппозиционные митинги, которые сейчас проходят, как они часами ходят по улицам и как заклинание кричат: «Мы тут власть, там Путин вор». Не знаю, я бы не смог этим полдня заниматься. Бред какой-то. Что вам это дает-то? Такое ощущение, что чем вы громче крикнете, тем быстрее это сбудется, что ли? И те, кто любят Путина, и те, кто его не любят, и готовы полдня ходить с плакатом «Путин вор», они на самом деле схожи очень в своем маразме. Вот не знаю, на мой взгляд, есть принципиальное отличие. Вот когда митинг, да... Ну, можно здесь сравнить: революция — это волна цунами, то есть от нее никуда не спрятаться, не уйти. А митинг — это волна обычная, с которой вот серферы катаются и кайфуют. А с цунами ты не прокатишься. То есть и в качестве серферов можно воспринимать как эту власть. Она просто смотрит на этот митинг и смеется над вами, что там вышло какое-то количество, я не знаю, даже 12 тысяч вышло, этого все равно недостаточно. Потом они вышли 26-го, а на следующие выходные уже не вышли. То есть уже как будто не важно. То есть это все довольно быстро затухает. Это как тусовка такая. Это, ну, кто-то видит в этом какое-то начало революции. Я не вижу в этом никакого начала. Это вообще это не революция. Это просто такие восстания. Они не всегда были. То есть периодически они возникают, также периодически затухают. Но это не показатель ничего. Вот может ли стать Навальный президентом? Все пустая болтовня, потому что скорее я стану президентом, чем Навальный. Он не станет никогда президентом. Навальный, он вот как
Прохоров на президентских выборах, я помню, как он выходил и говорил, там, давайте жить дружно, я за созидание. Слушай, вот как ты будешь созидать в стране, где ни один закон не работает? Ты что, с ума сошел, что ли? Общие слова для лохов. Посланник мира и доброй воли. То есть, лишь бы не было войны, и я стал президентом. А остальное, гори все синим пламенем. Остальное и не надо вам вообще. Навальный, да, это отсутствие политической воли. Вот на эхо любят такими словечками, которые не все понимают говорить. Вот постоянно болтают, политическая воля, да, что такое политическая воля? Вот, это Навальный. Вот. Он демонстрирует отсутствие этой воли, потому что это решительность в политике, решительность к изменениям. Он не готов спрашивать с Путина, потому что это уже будет какая-то другая система, не такая, как сейчас. Сейчас не принято спрашивать с предыдущих, призывать их к ответу. Навальный тоже не готов не призывать к ответу, то есть это... Полное отсутствие политической воли. Он хоть и никто пока что, но он уже это демонстрирует. Сам про себя так говорит. Президентами не становятся. Президентом делают. То есть для того, чтобы сделали, должна быть какая-то выгода. Либо народ делает, что сейчас у нас практически невозможно. Либо власть, вот как с Путиным. Но власти Навальный, мне кажется, не интересен вообще, потому что есть люди более там у них надежные, которые, ну, свои там у них есть, так можно сказать, более свои, чем Навальный. Вот, поэтому сказать, что его власть куда-то выдвинет, вряд ли. Народу вообще насрать на все, в том числе и на Навального. Про Навального, я думаю, половина даже не знает и не слышала никогда. Даже несмотря на эти 18 миллионов просмотров. Потом он для народа, он не конкретный. Вот он говорит всегда не конкретно. То есть, а у нас народ-то каких любит? Как Ельцин. Выпил стакан и все можно, все могу. Никаких нет, нельзя, не добьемся, такого вообще не бывает. И у нас же у народа даже какая-то после этого гордость обязательно появляется, что вот наш-то президент какой бухой, а дела делает. Это ж не каждый сможет. Вот это народный герой. А Навальный, ну, вряд ли. На этом все. Вот мы вам про Навального рассказали. Выводы делайте сами. Все, пока.